19 сентября в Ахалкалаке на территории Центра посетителей охраняемых территорий Джавахети состоялась торжественная церемония открытия национальных парков Джавахети и озера Арпи по проекту создания специально охраняемых территорий природы в регионах Джавахети и Ширак с участием заместителя министра окружающей среды и природных ресурсов Грузии Екатерины Григалова и министра защиты природы Армении Арцвик Минасяна. На церемонии также присутствовали посол Германии в Грузии, посол Германии в Армении и представители Германского банка развития. Программа трансграничного сотрудничества охраняемых территорий Джавахети и национального парка озера Арпи состоит из двух частей. Официального открытия мероприятия в Джавахети, которое включает в себя демонстрацию местных продуктов и развлечений, а также посещение озера Мадатапа. Во второй части мероприятия делегаты посетят Центр посетителей национального парка озера Арпи в Армении. Проект подразумевает единым методом наблюдать за птицами, проводить мониторинг, создание единой информационной базы и тренинги. Как отметила заместитель окружающей среды и природных ресурсов Екатерина Григалова, данный проект поможет развивать туризм и улучшить социально-экономическое состояние жителей, живущих в данных регионах. Эскинеба, эртобли ვიძალის ხმევა რომ ბუნებაც უკეთ დავიცვათ, ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციაც უკეთ ერთობლივი ძალისხმევით მოვახდინოთ და ასევე ხელი შევუწყოთ ადგილობრივ მოსახლეობის, როგორც ჯავახეთში, ასევე არპის ეროვნული პარკის მიმდებარე მცხოვრებ ადგილობრივ მოსახლეობას თავიანთი სოციალურ-ეკონომიკური გარემო გაიმჯობესონ, იმიტომ რომ როგორც წესი დაცული ტერიტორიის შექმნას და განვითარებას აუცილებლად თან მოყვება სამუშაო ადგილების შექმნა, მცირე ბიზნესის განვითარება, ტურიზმის ხელშეწყობა და ეს Это первый шаг к развитию трансграничного сотрудничества между Грузией и Арменией, сказал министр защиты природы Армении Арцвик Минасян. Таразашерджанайн цирагире, дворум арачин анкам, айс таразашерджанам, андерсаманайн хамагорцакутян, конкрет оринаке, микломиц шидак ջավախյան սարահարթի մասով ստեղծված են երկու կողմերում էլ ազգային պարկեր, արփիլիճը հայկական կողմում եւ ջավախետի ազգային պարկը այս կողմի վրա եւ մեր գլխավոր քննիրը ոչ միայն կարողանալ այս միասնական տարածաշրջանային կենսաբազմազանության պահպանման մոտեցումները կիրառել, օգտագործել, այլ նաեւ ստեղծել իրական պայմաններ, որ երկու կողմից էլ կարողանան ակտիվ ներգրավել բնապահպանական ծրագրերում, նպաստելով նաև համայնքների բնակության կենսամակարդակի աճին. Территория национального парка Джавахети составляет 16 614 гектаров, куда входят озеро Бугдашен, Ханчалы, Мадатапа, Сульда и Карцахи. В конце заместитель министра окружающей среды и природных ресурсов Грузии Екатерина Григалова и министр защиты природы Армении Арцвик Минасян обменялись подарками.